короче, было все. Я прошу прощения. Ребята приехали неизвестно откуда. Приехали офисом Харькова для того, чтобы провести эти испытания. После любых испытаний принято всегда эти испытания отметить. Значит, стоит где-то накрытый стол. В эту ночь было три свадьбы. Ребята хотят домой. Выходные дни. Им ехать в Харьков. Три свадьбы на дворе. Да и потом авось пронесет. Все мы не дураки. В смысле выпить. Замурзали пол Европы. Украину, часть России и Беларусь.